Прекрасная солнечная погода, повсюду улыбки и радость. Вечерний праздничный концерт на площади кинотеатра «Искра» собрал сотни видновчан и гостей города, которых объединила самая главная любовь – любовь к родине. Сам праздник еще достаточно молодой, но уже сейчас можно сказать, что отмечать его стало доброй традицией. За эмоции на торжестве отвечали талантливые исполнители. Десятки ярких и самобытных номеров никого не оставили равнодушными. Люди кружились в хороводе, пели и танцевали все вместе. Прозвучали со сцены и поздравления от первых лиц муниципалитета. Поздравляю всех видновчан, всех, кто живет в Ленинском городском округе и гостей нашего города. Всех россиян поздравляю с днем великой страны, страны несгибаемой во все времена. Россия была, Россия есть, Россия будет. Среди пришедших можно было увидеть много молодежи, семейных пар и юных граждан страны. Царившая здесь веселая и непринужденная атмосфера сплотила всех до единого. И торжество удалось на славу. Это святой день России, наша Родина. Это такой прекрасный праздник, радость для нас. Огромный праздник для страны, очень огромный, потому что Россия – это очень обширная страна, и это гордый день для каждого россиянина. Любите свою Родину? Да. Конечно, конечно. Какие пожелания? Ну, чтобы она всегда расцветала все больше и больше, и каждый здесь был счастлив. Любите свою Родину, гордитесь ей. Улучшайте. Екатерина Коваленко, Кирилл Иванов, Ольга Садовская, Видное ТВ.